А кого это я тут нашел, РДУ? РДУ. Я никому не скажу. Ну-ка, давай-ка с РДУ сыграем. Не знаю, интересно, кто ж кого. Кто кого в 2016-м. Чемпион мира? Или чемпион стрима? Непонятно. Интересно, как, кем он сейчас играет? Ну, монетку он отдал, поэтому снайперский выстрел. Наверное, так. РДУ не чемпион. Это нас снайп проверил, молодец. Молодец, РДУ. Может? Может, когда захочет. Получайте. Но это Драгон. Вроде как. Драгон или Агровар? Мой клинок жаждет крови. Вот сразу видно умного человека. Сначала снайп проверил, потом поставил 2-4. Молодец, хорошо. Приятно играть с умными людьми просто, понимаете? Вот, молодец. Вот, не дать не взять, конечно, РДУ. Хороший игрок. Мой клинок жаждет крови. Ага, клинок жаждет крови. Казнь жаждет крови. Смотрите какая. У меня тут что, Котус? Котус идет в разминиус. Походу на следующий ход... Фризинг трапа, ну-ка. Не, ну фризинг трапа здесь отдавать. Бессмысленно, здесь меняться надо. Два в лицо. Два в лицо. Я тут, кстати, ребят, что видел? Вчера колен-то на 2К. А грув-то в топ-100? Кто лучше? Конечно, колен. Ну все, здесь тотальный сноуболинг. РДУ, почему ты в ТТК не попал, а? Ну почему, где же ты был-то? Ладно, ладно уж. Играем. Равно мы без карт. Убитель. Убителя я ждал. Наверное, я меняться не буду, пусть он его домой вернет. Хотя, мне кажется, Скаркронский будет. Но если Хафер, я, наверное, поменяюсь. Сейчас подумаю, это так. Не, в лицо. В лицо чё. Один с ХП остался, у меня нет карт, мне надо добивать. Добивать быстрее. Воина. Домой. Я служу крылью. Удар. Не, взрывная осталась. Ну чё, зов скиллов! Зов скиллов через Барнс сейчас будет. Ну мне уже надо добивать. Надо добивать. 8 маны, Драгон Вар. Ну, может поставить стенку. В том случае у него потасовок нету. Я не знаю, может какая-то его сборка. Меняется хорошо. Естественно, он будет арморапиться. Но сейчас я не пробиваю, к сожалению. Срывная. Надо ли мне бить здесь? Бить или не бить? Бить или не бить? Наверное, не бить. Я... Он двух существ так заберет, если я буду размениваться. За крыло тьмы! Ай-яй-яй, РДУ. Ну же! Я никому не скажу. Ну теперь глянь на моих топ-деках, короче. Я вот что я заметил. Теперь это размен. Так можно было сейчас, кстати, сюда стукнуться. Ты так подумал. Ну ему же в любом случае мне в лицо придется идти. РДУ. РДУ. Ну надо же будет в лицо-то ходить. У тебя армора нету.
Армора-то у тебя нету, Эрдел. Я буду каждый ход стрелять здесь, по-любому. До тех пор, пока не подниму что-нибудь полезное. Ух, а он будет меняться. Он быстрее на фатик уходит. Смотрите, как он терпит. Я не могу больше ждать. Ух ты же, ё-моё! Ну ничего себе! Какой кошмар! Какой кошмар! Вот этот профессионал! Вот этот профессионал! Мне нет слов. Шикарная игра, Эрдел, молодец. Мне даже очень понравилось. Молодец. О, я даже не ожидал, что он с Громашем может так убить. Крутяк.